кипит деревенская жизнь. Кто-то только культивирует огород, кто-то уже досаживает. Он прям такой провокатор интересный. А я тут сорвала петрушечки. И вот у меня чесночок зелененький. Делаем салат с соленых огурчиков. Потихоньку подчищаю. Сегодня планирую закончить сейчас на кухне. Управлюсь. С ужином не закончу. Лилии взошли, этот почистила. Солнце цвет, как ее свекровь называет. Здравствуйте, товарищ. Как дела? Останется мне вот здесь порядок навести. У нас дикий пион скоро зацветет. Маленький-маленький принесла кусочек корешка. У нас на холмах они растут. И вот он уже будет цвести. И тюльпанчик там цветет. Эту клумбочку почистила, вот это только убрать останется. Вон еще целый куст дикого пиона зацветет,